Сегодня мы с вами отправимся в увлекательный и удивительный, но непростой мир, наполненный магией и приключениями. Вместе с главным героем нам предстоит пройти через массу различных испытаний и исследовать этот удивительный мир. Тут странным образом правят наука и магия одновременно. Но, конечно, вы догадались, что это за игра Don't Starve. Но прежде чем начать, хочу поблагодарить Вильям за поддержку и интерес к моему творчеству. Да, и это он попросил снять обзор на данную игру. Спасибо тебе, друг, за поддержку и удачи. Don't Starve. Это потрясающий проект, обладающий непередаваемой мрачной атмосферой и который удачно соединяет в себе захватывающие приключения и полной опасности симулятор со всевозможными головоломками. Вам предстоит взять на себя роль весьма известного в своих кругах ученого по имени Уилсон. Он отважный ученый господин, которого поймал злобный демон и отправил в загадочный, странно дикий и ужасный мир. Откройте для себя загадочный, неведомый мир, где на любом шагу вас ждут странноватые создания, опасности и нежданчики. Теперь вам предстоит исследовать этот мир, чтобы найти способ вернуться домой. Все, что вам будет предложено в начале игры, так это пустые карманы и не более того. Простыми словами, вы бомж. Вам нужно будет защищаться, искать пропитание, строить укрытие и пережидать ночь. Но не забудьте до темноты организовать свою базу, иначе до рассвета можете и не дожить. Вам нужно будет узнать все самостоятельно. Звучит не так уж и сложно, но помните, даже маленькая царапина может оказаться смертельной. Don't Starve проверит вас на прочность. Когда вы переждете ночь, это не будет говорить о том, что ваши проблемы закончились. Каждый элемент игры создавался, чтобы подарить вам невероятный опыт выживания. Вам нужно будет следить за тремя основными характеристиками героя – физическое, умственное здоровье и голод. Самое сложное – это голод. Вам постоянно нужно будет искать пищу. Но будьте осторожны при поиске пищи и ресурсов, так как можно будет погибнуть даже от лап лягушки. Как ни печально это звучало бы. Вас ждет масса увлекательного контента, путешествуйте, исследуйте пещеры, в поисках необычных ресурсов отбивайтесь от врагов. Тут можно проводить время часами, не переставая получать удовольствие от игры. В игре не только день сменяется ночью, времена года также меняются, и с каждым из них все становится сложнее. Лес подарит вам все, что нужно в течение первых дней, однако вам потребуется что-то иное. Машина, с которой вы сможете изготавливать более сложные предметы. Из одних предметов будут создаваться другие. Графика в игре грубовата, но это было сделано намеренно, а музыка прекрасно дополняет атмосферу игры. Если вы являетесь ценителем необычных и увлекательных игр, тогда вы просто обязаны не пройти мимо и скачать на компьютер Don't Starve. А если обзор наберет 200 лайков, я начну снимать прохождение игры. С вами был канал Я Геймер. Оставайтесь с нами и следите за новостями игрового мира вместе с нами.